Привет всем любителям пива, сегодня будет очень необычный обзор, потому что, во-первых, у нас на столе сегодня коллаборация, а во-вторых, из всего этого дела мы будем делать пивной коктейль. И сразу назревает вопрос, а при чем здесь Олимбет и пиво, каким они боком вообще могли встретиться, и самое главное, кто для них его варит? Оказывается, что специально к чемпионату Евро по футболу они сделали коллаборацию с пивоварней New Regus, я думаю, москвичам она должна быть хорошо известна, делают, в принципе, неплохое пиво, все порывались мне отправить свои новиночки, но как-то у них что-то не срослось. Не получилось, не фартануло. Зато прилетели вот такие наборчики, откуда не ждали. В одном из них находится пиво, выполненное в стиле мюнхенского хереса, а в другом лимонад, также сделанный на New Regus. И вместе они призваны нам дать традиционный немецкий напиток под названием Radler. Доподлинно неизвестно, кому изначально пришло в голову смешать эти два напитка, но у слова Radler, как и в целом напитка, есть своя интересная история. В переводе с немецкого Radler означает велосипедист, а изначально это вообще был Radler Mass, то есть литровая кружка для велосипедистов. Так случилось, что в 20-х годах 20 века в Германии случился велосипедный бум, и один находчивый владелец пивнушки решил воспользоваться этой ситуацией. Он проложил велосипедный маршрут от Мюнхена, который вел прямо к его заведению. Хитро придумано, не правда ли? Поразительно. Гениально. Но немножечко он все-таки просчитался, потому что в один жаркий летний день к нему приехало аж 13 тысяч велосипедистов. Конечно же, пивко начало быстро заканчиваться, но даже и тут предприимчивый владелец тоже выкрутился и решил разбавить его пополам с лимонадом, которого у него было выше крыши. Так, собственно, и появился Radler. В России вообще не популярная тема, зато в Германии довольно-таки распространено, и даже среди именитых брендов тоже. Как правило, смешивают 50 на 50, но в данном случае производители нам предлагают свою схему. Сперва наливаем 40% лимонада, потом сверху в тот же бокал 60% нашего хелиса. И больше ничего не надо, ни льда, ни лимона. Это идеальное соотношение, идеальная последовательность. И все, наслаждайтесь, хорошего вам просмотра футбола и вкусного Олимбет Radler Der Sport Edition. Ну а с другой стороны прикольно, мне кажется, под футбол самое то, потому что с одной стороны ты пьешь пиво вроде бы, с другой стороны оно легкое, фруктовое, освежающее, и за счет малого процента алкоголя ты за весь матч не успеешь им накидаться. Так что давайте скорее пробовать, что нам тут наварили. Ну и начинаем, конечно же, с пива. Будем пробовать сначала по отдельности, потом уже вместе в виде коктейля. Стандартный немецкий хелес, 4-5% алкоголя, 12% плотности. В составе все абсолютно до жути стандартно. А вот знаете, на вид не совсем хелес, он чуть-чуть мутноват, не кристально прям чистый и несколько темнее, мне кажется. И также в аромате есть нотки смущения, потому что он какой-то грязноватый, очень походит, знаете, на какую-то средней паршивости регионалочку. Не очень приятно, если честно. Что ж, ладно, пробуем. Ваше здоровье. А вот во вкусе, надо сказать, не так все плохо. Приятный, мягкий, сбалансированный, легко пьется. На глотке мягко вкатывается нейтральным солодовым вкусом, переходит в небольшую лимонную кислинку, я бы даже сказал, несколько аскорбиновую, и завершает вкусовую картину суховатое хмелевое послевкусие. Откровенно, дефектов и негативных моментов во вкусе этого пива не наблюдается, однако почему-то это слишком просто и плосковато. Очень дешево это пиво воспринимается. С одной стороны, да, вроде бы на хелес похоже, но с другой я бы вообще ни разу не поставил его в один ряд с знаменитыми немецкими экземплярами. А на секундочку, бокал такого пива у них в баре предлагается от 300 рублей. Сколько? И для такого пива это дико дорого, даже для Москвы, даже для Нового Арбата. Кстати, именно там у них находится один из баров. Олимбет Лаунж на Новом Арбате 21. Я бы не сказал, что это прям по вкусу вкусно. Но... по сути, вкусно. Ну не за 300 рублей, вы чё, ребят, сейчас трактористы понаедут, заколебетесь отбиваться. Ну максимум я бы дал этому пиву 100 рублей. Окей, с учетом того, что это тебе нальют в баре, 150-200 край. Сильно, да, эмоции выдают, что я провинциал? Да вы вообще в Москве охерели там все, я хочу сказать. Но пиво откровенно не тянет на свои деньги, еще всю картину портит вот этот неприятный запах, который тебе бьет в нос при поднесении бокала. Ну... такое себе, если честно. Надеюсь, что в коктейле оно заиграет по-другому. Ну а пока переходим к лимонаду. Лимонад Der Sport Edition. Там у нас был Helles Der Sport Edition. Кстати, посмотрел сейчас, только сейчас увидел, что еще какие-то есть у них со-братья по коллаборации. Олимбет, New Regus, Pabst Moscow by Igor Samsonovich и Simple Sport. Не знаю, кто это такие. Ну да ладно, пробуем лимонад. Кстати, я сейчас посмотрел состав, относительно натуральный. Помимо, понятно, вода, сахарок, добавили также концентрированный сок грейпфрута, апельсина, лимона, ну и чуть-чуть регулятора кислотности и лимонной кислоты. Налилось весело, задорно, мутненько, газированно. Что ж, оцениваем аромат.
Ой, сразу прям в нос бьет прям лимонная откровенная кислинка. Очень яркая. Скорее даже не сам лимон, а скорее какая-то вот аскорбинка. А под ней апельсиновая база. Но все равно это настолько кисло, что я сейчас говорю, а у меня продолжает и продолжает выделяться слюна. Кстати, знаете, на что похоже? Апельсиновый сок J7. Он же немножко с кислинкой идет. И еще очень сильно напоминает апельсиновый сок из Макдака. Я не знаю, J7 там наливает или нет. Он же такой тоже довольно-таки кислый, прям очень сильно похоже. И есть чуть-чуть небольшие элементы юпи. Привет детям 90-х. Просто добавь воды. Ой, насколько это кисло, прям вот откровенно лимонная кислота бьет. Это первое, что ты чувствуешь. Все видите на моем лице. Сейчас буду пытаться распробовать дальше. Блин, я прям чувствую, ау. Мало того, что это очень кисло во рту, так еще я чувствую прям, как она выжигает буквально мне пищевод. А вот повторные глотки уже несколько помягче, потому что ты уже привык к этой кислоте, и уже начинает чувствоваться апельсиновая база, даже начинает чувствоваться немножечко грейпфрутового послевкусия. Но это все равно очень кисло, далеко не каждому зайдет чистоганом такой напиток. Больше походит, знаете, на какой-нибудь тоник, который обязательно нужно смешивать с чем-то. Но есть и плюсы в этом напитке. Я пока читал состав, обратил внимание на энергетическую ценность. На 100 мл приходит всего лишь 36 килокалорий. Что надо сказать для обычного лимонада, который приправлен сахаром, а не сахарозаменителем, довольно-таки неплохо. Для сравнения, в апельсиновом соке 45 килокалорий, в кока-коле 42. Поэтому данный лимонад, по идее, можно назвать отчасти диетическим. В баре за такой лимонадик вам придется отстегнуть от 150 рублей. Но сделаем снисхождение за относительно натуральный состав. Спасибо, что не добавили туда никаких аромок. Что ж, остается только думать, что эти два напитка были созданы специально друг для друга, для того, чтобы нам подарить идеальный, сбалансированный, наивкуснейший радлер. Надеюсь, что это будет так, сейчас проверим, но было бы неплохо, если бы они еще были хороши и самодостаточны еще и порознь. Итак, не будем ничего экспериментировать, сделаем ровно так, как нам велит производитель. Ну что, мы попробовали несколько вариантов, разную последовательность налива, разные соотношения. И так получилось, что единогласно мы выбрали один единственный вариант, в котором, конечно же, 60% пива и 40% лимонада. И сперва наливается лимонад, а потом наливается главный ингредиент, наш мюнхенский хелес. Поможет нам практически мерный бокал, здесь у нас есть отметочка в 0,25, нальем специально чуть-чуть поменьше, чтобы было 0,20, перельем в наш вот этот бокал объемом 0,5 и сверху все зальем пивом. Как раз получится заявленная пропорция 60/40. Выглядит, честно говоря, не особо презентабельно, ну что ж, давайте оценивать ароматику. А вот здесь, знаете, уже приятнее, уже довольно-таки сбалансировано. В первую очередь аромат ощущается как пиво, но простреливает нотки лимона, нотки апельсина. Довольно-таки, да, целостно, прикольно, но все равно вот эта вот дренца от аромата вот этого пивного, она все равно выстреливает. Если бы взяли какой-нибудь классический, прям нейтральный хелес, хороший немецкий. Было намного лучше, но на этот раз как-то не удалось. А вот это уже прикольно. И действительно хорошо здесь подобрана пропорция, потому что в целом напиток воспринимается очень хорошо, сбалансированно, гармонично. Такое ощущение, как будто он был таким изначально. И что мне нравится, в первую очередь это пьется именно как пиво. И уже именно пивной вкус дополняет цитрусовые тона. Лимона, конечно же, по большей части, немного апельсина. Ну, грейпфрута я здесь практически не чувствую. В итоге получается прикольный и непривычный для нас напиток. Как экспириенс попробовать можно. Вкатывается приятным, сладковатым, солодовым телом, с фруктовыми, уже мультифруктовыми тонами, и потом уже выстреливает, ну, действительно излишняя такая прям лимонная кислота, и переходит все это такое полукислое, полу, ну, суховато-горьковатое послевкусие от хмеля, чуть-чуть все-таки есть остатки, поэтому все-таки напиток больше воспринимается как фруктовое пиво, нежели чем смесь чего-то с чем-то. Да прикольно, попробовать можно, че я тут выеживаюсь на самом деле, единственное, пиво нужно было сделать чуть-чуть получше. Ну что ж, да ладно, если вы живете в Москве, обязательно захаживайте, пробуйте, пишите в комментариях, если вдруг уже пробовали, как вам. Ну а с вами был Алан, оставайтесь на канале Beer Channel, как обычно, по традиции, пейте только хорошее пиво и помните, лучше по чуть-чуть, но с кайфом. До новых встреч, новых обзоров, давайте, пока!